выразить благодарность ветеранам за День Победы. Каждый хочет по-своему. Любители паркура сделали это в своем стиле. Хотим поздравить ветеранов с этим великим праздником 9 мая и, в общем, показать людям, что здоровый образ жизни и спорт, он сейчас в теме, и то, что все должны им заниматься, то, что это обязательная вещь в своей жизни, для каждого должна быть. Замечательно, хорошо выступает, прям очень супер. Вот мне сыну нравится, он любит вот эти все трюки делать тоже, ну, как бы только учится, так что очень замечательно, очень нравится. Также хорошо хочу научиться делать, также прыгать. Когда вот мы росли, я про себя говорю, у нас была такая игра в школе «Зарница». Вот это близко к военным действиям, подготовка молодежи к армии. Вот и сейчас такая же. Двигаться по перилам, крышам, стенам и таким образом сокращать свой путь под силом таким ребятам. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества.